Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы с вами свяжем шапку, такую с аранами, интересную, симпатичную. Возможно, я к ней доделаю еще снудик. Я думаю, что доделаю. В любом случае, если не доделаю, то смотрите, плейлист со снудами, манишками и шарфами. У меня множество всего. Перчатки, варежки на двух спицах, тоже множество всего. Плейлисты отдельно я выложу под видео в описании. Так что я уверена, что под эту шапку вы скомпонуете себе комплектик по моим мастер-классам. Значит, пряжу я взяла, конечно, необычную для шапки, но это мой выбор. Знаете почему? Потому что мне пряжа нравится. Я ее взяла, у меня, раскрою секрет, внук родится скоро. Вот, и поэтому, возможно, появятся детские вещи. Ну, если вы захотите, потому что у меня особо детские вещи не смотрят из того, что я вязала. Но так как родится внук, я считаю, что и вязать я буду много, но вот не факт, что буду снимать. Вот, значит, я купила эту пряжу внуку, хотела что-то, но я связала образец, и как для маленького ребеночка новорожденного она мне не понравилась. Вот Baby Best Alisa вообще шикарная. Я уже один джемперочек связала. Прям вообще прелесть. А вот эту я забраковала как для детских вещей. Что касается взрослой вещи, мы с вами еще решим. Значит, метраж здесь в 50 граммах 130 метров, в 100 граммах 260 метров. Вот ориентируйтесь приблизительно на этот метраж. Я так понимаю, что если я не ошибаюсь, могу ошибаться, если я ошибаюсь, то я прям выложу сейчас название пряжи, которая идентична. Суперлана, Alisa Суперлана, классик, по-моему, 270 грамм, метров, 100 грамм или 240, ну вот приблизительно. Это то, что можно заменить, чем можно заменить. Это, называется она Naka Bambina Marvel. Состав у меня здесь 15% шерсть, 85% премиум акрил. Она и симпатичная, но вот именно по моим ощущениям, я к лицу прикладывала образец, не одену я внука в нее. Вот, то есть новорожденного ребенка. Спицы я буду использовать 3 миллиметра. Вот еще 6 маркеров я подготовила, 7, но надо будет 6, потому что 6 раппорта. Сколько пряжи уйдет, я вам напишу сейчас, прям напишу, потому что уже к монтажу я буду это уже знать. Вот, ну, в принципе, все. Еще цвет вам скажу, если что, 90-38. Вот. Именно вот этот вот цвет, он такой нейтральный, серо-голубой, серо-синий, вот такой вот интересный. Вот моя схема, еще не закончена, я вам предоставлю тоже законченный вариант, прикреплю как бы дополнительно. Это сейчас просто я высчитала раппорт, еще дорисую, в каком ряду косы делать. Набор петель вот здесь, именно в этой шапке, я считаю, что достаточно будет классического, потому что там неопределенно, там не резинка 1 на 1 и там не резинка 2 на 2, чтобы использовать какой-то набор петель, ну, конкретный. Значит, раппорт у нас стоит из 28 петель, и у нас будет 6 раппортов, и набрать нам нужно 168 петель. Казалось бы, что много петель, но на самом деле это немного, потому что там косы араны, и оно все... Я думаю, но тонкая нить, тонкие спицы, я думаю, все будет шикарно. Значит, точно я посчитала, потому что сейчас начнут проверять. 6,8, 48, 6,2, 12, плюс 4, 168. Значит, набираю 169, потому что мы знаем, одну петлю мы потом будем ею соединять. Значит, 169 петель. Если у вас толще пряжа, или если вы вяжете ту же, я потом буду, можно заменить на 5 раппортов. То есть не 6 вот этих вот повторений, а 5 сделать. Значит, я сейчас классическим способом набираю петли. 169 петель. Так, 169 петель я набрала. Здесь делаем узелок. Так-то эта пряжа приятная, как для взрослой вещи, то, конечно же. Ну, если, может, она для детей постарше, но не для новорожденных однозначно. Поэтому вот такое мое мнение. Вот.
И вообще почему-то у меня к пряже Нака какое-то недоверие. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, это только мои какие-то ощущения. Значит, последнюю петлю мы одеваем на первую. Таким вот образом. И она у меня благополучно растянулась. Подтягиваем вот здесь вот. И начинаем вязать по рапорту. По вот этому вот, значит, 2 изнаночные. Сразу одеваем маркер. Это у нас начало рапорта. Значит, 2 изнаночные. 2 лицевые. 1 изнаночная. 2 лицевые. 2 изнаночные. 2 лицевые. 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные и 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Цепляем маркер. Один рапорт. Далее все то же самое. Начинаем сначала. 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 12 лицевых. Цепляю следующий маркер. И так вот мы повторяем, еще у нас будет 4 рапорта вот таких вот. И все отделяю маркером. Итак, у меня распределено 6 рапортов по вот этой вот схеме. Это у нас первый ряд. Второй ряд я вяжу по узору. Обозначать я его не буду. Это значит, в круговом вязании по узору это значит так, как первый ряд. Я даже здесь вот напишу первый и второй ряд круговой. Направление у нас справа налево. И вяжу второй ряд. Так, второй ряд я провязала. Теперь третий ряд. Вот он будет третий ряд. Здесь у нас будут перебросы. Слева направо. И справа налево. Вот. Это у нас будет четвертый ряд. И по сути все. До как бы первая часть узора. Потом он у нас изменится. Значит, вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые, изнаночные, 2 лицевые. Достаточно туго я вяжу. Здесь у нас коса из 12 петель вяжется в 2 этапа. Первый этап 4, 5, 6 меняются местами с 1, 2, 3. 1, 2, 3 за работой. 4, 5, 6 перед работой. На втором рапорте я вам покажу, как вязать с дополнительной спицей. В этом случае наоборот. Первая, вторая, третья. Поверх третья, четвертая, пятая и шестой. Раз. Два. Пять, шесть.
Так, первый раппорт. Сейчас на втором покажу второй вариант косы. При помощи дополнительной спицы. Так. Так. Теперь при помощи дополнительной спицы. Значит, первые три петли снимаем на дополнительную спицу и оставляем за работой. Провязываем четвертую, пятую, шестую. 1, 2, 3. И возвращаемся к дополнительной спице. 1, 2, 3. Далее вторая часть. Снимаем 1, 2, 3 петли и оставляем перед работой. Провязываем 4, 5, 6, 1, 2, 3, а потом петли с дополнительной спицы. В общем, выберите удобный для вас вариант и вяжите третий ряд с вот этими вот жгутами. И далее после вот этого ряда вы вяжете опять то же самое, то есть 4, 1 и 2 у вас одинаковые ряды, то есть вы вяжете потом 3 ряда просто по узору и в каждом четвертом делаете уже отсчет идет отсюда, как бы делаете вот этот вот переброс вот. И пока вяжем вот так вот, ничего не меняя и не убавляя ничего, ровно вяжем. Ой, показалось, что перекручено. Аж испугалась. Так, провязала я, девчонки. Сейчас скажу, сколько. 1, 2, 3, 4, 5, 6 раппортов. И плюс там пару рядов. Сейчас я нахожусь. Провязан у меня из раппорта первый ряд. Что я сейчас буду делать? Я сейчас заменю спицы на 4. Вот. Вы знаете, вот эти уже маркеры мне мешают, они уже, в принципе-то, и не нужны. Значит, меняю спицы на 4, можно даже на 4,5. Но я буду 4 и не очень буду затягивать, чтобы мне удобнее было вязать. Я не люблю очень туго. Я всегда беру спицы тоньше, чем положено. Вот. Чтобы они просто свободно двигались на спице. Вот видите, что здесь? Они очень туго. Вот, сейчас мне нужно провязать один ряд. Второй. Это получается второй. Но что я об этом сделаю? Схему еще одну рисовать не буду, потому что у нас, по сути, получится вот таким вот образом. Мы сейчас, это будет раппорт первой части, вот снизу, видите, вот это все. А вот это вот будет раппорт второй части. В первой части это 28 петель, а во второй части это 14 петель. И что мы сейчас сделаем? Мы вот эти вот две дорожки, 4 вернее дорожки изнаночные, все соединим в 12 лицевых петель. То есть изнаночные здесь мы провяжем лицевыми, то есть здесь у нас опять будет снова такая же коса, как и вот здесь вот, только уже здесь посвободнее у нас вязание, остаются изнаночными только вот эти разделительные полосы. А далее у нас получится, что мы будем вязать все косами. Уже вы к этому моменту, я сейчас поснимаю маркеры, потому что они мне мешают, и уже узор видно, уже все привыкли, даже если вы до этого момента довязали, я думаю, уже никто не путается в этих раппортах, и все уже, всем все ясно и понятно. Вот.
Ой, видите, забыла. Лицевыми, Вика, лицевыми. Если вы привыкли вязать туго, то возьмите спицы 4,5. То есть где-то на полтора размера, чтобы у вас была разница. Потому что здесь нам нужно, чтобы было по голове, а там дальше оно, во-первых, тут еще стянет коса. У нас, по сути, получится, ну, останется тоже полотно, но за счет плотности вязания оно будет одинаковым, не будет большой разницы. Я надеюсь, увидим. Сейчас я все вам, не сейчас, потом попозже покажу. Вот. Пряжа нормальная, вы знаете, но только не для деток до года. Я вот ее вяжу, вяжется приятно. Не знаю, кто вязал, как она линяет, не линяет, садится, растягивается. Пишите, девчонки, свои отзывы. Тактильно я просто сейчас чувствую, она хорошая. Ну, если ее позиционировать как детскую, то для деток постарше, но не для маленьких совсем деток. Для маленьких хочется мягенькое, приятненькое. И, кстати, девчонки, у кого, кто вяжет деткам, посоветуйте мне какую-то пряжу именно для новорожденных деток. Что мне купить, я правда не знаю. Ребеночек родится в зиму, как бы. Ну и это ж не значит, что в квартире холодно, правильно? Квартире это тепло, хоть зима, хоть лето. Ну, в общем, посоветуйте и хлопковую какую-то, и с шерстяной ниточкой. Ну, в общем, что вы берете для деток, напишите мне, пожалуйста, какую пряжу вы используете для детских моделей. Ну и еще, конечно же, напишите мне, вязать ли мне, снимать ли мне детские модели. Понятное дело, дети будут расти. И вот по мере того, как они будут расти, я буду вязать. А не знаю, снимать или нет, нужно вам это или не нужно. Наверное, я думаю, все-таки нужно. Ну, в общем, вы тоже мне напишите. Так, и вот здесь я уже буду, видите, один оставил, ну да ладно, потом сниму. Здесь уже буду ориентироваться на ниточку. Так, Вика, ты тут не забыла? Не забыла. На вот эту ниточку и от нее плясать как бы начало. Ну, можно поставить один маркер еще. Вот, и сейчас у меня третий ряд. Ну, третий ряд без вот этого, то есть вот эти 14 петель. Я теперь чередую. Я же говорю, схему вторую рисовать не буду, потому что смысла нет. Зачем, если одно и то же повторяется? То есть мы вяжем, по сути, вот эту косу, а между ними, между косами, две изнаночные петли. Теперь это будут просто косы. Так, это еще относится к этому ряду. И со следующего я начинаю делать косы. И вяжу уже на этих спицах, уже мне легче, там, на тех тонких что-то. Я затягивала, конечно, потому что хотелось, чтобы все-таки резинка, да, чтобы резинка была резинкой. Так, поменяла местами. В общем, одни косы у нас дальше. Через каждые три ряда в четвертом делаем вот эти вот косы и вяжем. Так, давайте уже вторую половину провяжу. Буду вязать уже без вас, а вы без меня. Так, все. Я вяжу дальше. Итак, вот я сколько провязала. Сейчас скажу, сколько рапортов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У меня до вот этого как бы манжета 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. И 10 после манжета всего 16. Так. И по высоте у меня 21 сантиметр.
И сейчас я буду делать сокращение. Начинаем делать сокращение. Здесь все-таки я помечу начало ряда, хотя и не обязательно. И по узору я сейчас нахожусь в во втором ряду. Как бы, то есть последний ряд перед перебросом косы, так ориентировочно. И я с обеих сторон от этой косы закрываю по одной петле. Быстро, да, провязала. Сейчас вам покажу еще раз. Значит, здесь я поворачиваю, чтобы была красивая, как бы провязываю две вместе в начале косы. И в конце косы тоже справа налево, слева направо уклон, провязывая 2 вместе. И остается у нас по 10 петель на косе. Так, провязала ряд по кругу, сократила я. Осталось у меня по 10 петель. И теперь косу я делаю вот таким вот образом. 3 петли перебрасываю через 2. Не 3 и 3. Те петли, которые поверх идут, их идет 3. То же самое у нас будет во второй половине. 3, 4, 5. Здесь я беру сверху 3, снизу 2. Наоборот. Переброс. И так по кругу. И потом еще 2 ряда по узору. То есть сокращение мы будем делать в том ряду каждый раз перед тем, как делать переброс. Я сейчас вяжу ряд до конца со жгутами, еще 2 ряда по узору. Так, вот я провязала, видите, всего у меня 3 ряда, то есть 2 ряда по узору и 1 ряд с перебросом. И теперь я снова в начале и в конце косички я делаю сокращение. Теперь у меня остается по 8 петель каждая косичка. Так, теперь у нас переброс, теперь у нас следующий по 8, теперь у нас коса по 8 петель, поэтому переброс у нас 2 и 2, по 2, по 2 петли. И я вяжу кружочек вот этих вот косичек по 2 петли, и потом еще, теперь уже не 2 ряда, а 1 ряд, потому что косички у нас маленькие, 1 ряд. Так, вот такая вот косичка у нас получается. И вяжу ряд по кругу, и потом еще 2 ряда. Итак, я провязала еще 3 ряда, девчонки. Вот мой переброс, и после переброса 3 ряда. И теперь мы уже косичку делать не будем. Мы будем только сокращать по бокам в каждом пятом ряду. То есть через 4 в пятом ряду мы сокращаем только боковые петли. Вот образом, то есть сейчас я провяжу 4 ряда без изменений, в пятом ряду снова провяжу, у меня останется 4 петли. Вот, смотрим, что у меня здесь получается. Я дошла до того момента, когда у меня здесь 2 петли и здесь 2 петли, то есть еще 2 раза я сделала сокращение. И после этого я провязала 1 ряд, и теперь я просто сокращаю и те петли. 2 вместе лицевой провязываю, 2 вместе изнаночные. Лицевой, изнаночные. И так вот по кругу. Так, последняя петля, вот здесь вот не люблю я этот момент, конечно же, когда уже совсем мало петель. Теперь игла.
Я отрываю ниточку по длине, не так уж и длинную. Одеваю иголочку. И переснимаю все петли на иглу и потом стяну. Ой, неудобно. Давайте пару петель сниму, потом переодену остальные, потому что это все никак. Здесь, конечно же, лучше перейти на круговые спицы. Так. Видите? Теперь я перемещаюсь на изнаночную сторону. Здесь это мне не нужна больше. Здесь это все дело затяну и завяжу узелок. Все, обрезаю, и вот такая вот макушка прекрасная, прелестная получается. Так, в общем, что я, как я обрабатывала, девчонки. Я стирала, разложила, высушила. И вот не знаю, из какой пряжи вы будете вязать, но вот из этой мне пришлось чуть-чуть пригладить. Вот совсем чуть-чуть, чтобы расплющить вот эти вот косички. Вот почему-то мне так захотелось. Хотя не обязательно. Значит, я перемеряю для сверения. Значит, моя шапка... Значит, моя шапка в высоту 29 сантиметров. Девчонки, она объемная, большая, поэтому больше вам не нужно. Поверьте мне, она растянется на любую голову, потому что узор, вот смотрите, вот, 29 высотой, вот в спокойном состоянии ширина 23 сантиметра. Но тянется она, вот смотрите, до 35, поэтому вопрос с размером у вас возникать не должен, как, на какой размер я вязала, и, в общем, как увеличить, не надо тут увеличивать. Единственное, уменьшить, если вдруг будете вязать из тоньше пряжи, то убирать как бы рапорты, меньше набирать петель. Все, в принципе, все сегодня. Сейчас на манекене еще покажу. Так, девчонки, показываю вам результат. Вот такая вот шапулька получилась. Можете вязать из ангоры, из любой. Даже из пухонорки она будет очень красивая. Вот законченная такой, такая резиночка симпатичная. И высоту вы тоже можете корректировать по-своему. То есть вот эту висящую часть можно делать больше и меньше. Это понятное дело. Вот. Вот она. Так вот выглядят косички. Все, в принципе. А на сегодня, девчонки, все. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.